Представляю вам набор миниатюр для ухода за кожей с куперозом и розацией. Таким образом, вы сможете попробовать наши средства, которые ориентированы именно на потребности такой кожи, взяв вот эти миниатюрки и посмотрев, как ваша кожа на них будет реагировать, выбрав для себя оптимальное сочетание. В данном наборе есть очищающий гель, его хватит на несколько раз. Это мягкое, самое мягкое очищающее средство на кока-глюкозиде, не вызывает чувства стянутости, не нарушает микрофлору и очень хорошо подходит для реактивной кожи. А кожа с куперозом и розацией, как правило, гиперреактивная. Дальше здесь в составе есть сыворотка с про- и пребиотиками. Называется она ProBioSkin. Она содержит лизаты бактерий, она содержит пребиотики, инулин и альфа-глюкан. И очень хорошо восстанавливает баланс микрофлоры, который может быть нарушен у таких пациентов вследствие, например, какого-то лечения различными препаратами с иммуносупрессивным действием или антибактериальными препаратами. И очень хорошо снижает чувствительность. Дальше здесь находится такой активный препарат, это гель антикуперозный. У него в составе есть венотоники, там конский каштан, листья красного винограда, троксирутин, то есть сосудокрепляющие компоненты. Здесь содержится небольшая дозировка ниацина, то есть никотиновой кислоты. И поэтому хорошо иметь пробничек такого геля, прежде чем вы покупаете, например, полноразмерную версию, для того, чтобы понять, как ваша кожа будет реагировать как раз на никотиновую кислоту. Потому что у некоторых она реагирует на даже такую маленькую дозировку, которая нужна для того, чтобы стимулировать тонус сосудов в безопасном для них режиме, но иногда кожа реагирует покраснениями даже на такую маленькую дозировку ниацина, поэтому этот препарат хорошо попробовать, прежде чем использовать его постоянно, хотя он очень активный и очень хорошо помогает людям склонным к покраснениям. Дальше у нас здесь в составе необходимое средство для людей, в первую очередь, с розацией, ну и, конечно же, с куперозом. Крем-мультипротектор с SPF 50. Он защищает кожу от солнца, а ультрафиолет является основным триггером, который вызывает обострение у пациентов с розацией, одним из основных. И здесь в составе еще есть пробничек сыворотки Stop Acne. Это сыворотка с азелаиновой кислотой, противовоспалительная. При папулопустулезной стадии розации это может быть важно. Ну или если, допустим, купероз у вас сочетается с какими-то воспалительными явлениями на коже.